Здравствуйте, друзья. Место, в котором мы с вами сейчас находимся, называется Sunnyvale Tennis Center. Это недалеко от тут основной магистрали Кремниевой долины, которая называется El Camino Real. Улица такая большущая. И вот тут много-много кортов. И причина как бы нашего появления здесь, ну, помимо того, что мы хотели вас как-то так развлечь, вот. Причина в том, что вот Саша тут занимается, и я ее с утречка привез. В 9 утра у него начнется класс. Саша, say hi. Вот. Вот еще детки подходят. Они тут все нарядные такие, видите, они там с ракетками. Так, с мячиками. Вот. Я посмотрю, если удастся заснять, как они играют, но у них еще разминка там и так далее. Саш, расскажи, пожалуйста, какой процесс, вот с чего начинается? Вот вы пришли, дальше что? В камеру говори. Ну, тут такие маленькие нет, мини-нет. Сетки маленькие вот эти вот. Да. Так. Это маленькие на них играют. А потом есть вот такие корты обычные. Там играют шорт-корт. А потом совсем старше делают фулл-корт. Угу. Разные. Ну, ты где играешь? Я на это вот. Микки. На чем? На short courts. Угу. Слушай, а расскажи еще такую вещь. Вот отойди только от урны, вот сюда иди. Значит, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что у вас мячики бывают разного достоинства, как бы, да? Мячики такие потяжелее, полегче, лучше прыгают, там, хуже прыгают. А, ну это тут есть красные, зеленые. А, вот они, мячики. Здесь, ну да, красные, оранжевые и... Желтый. Зеленый. Так, расскажи про мячики. В чем смысл? Красные — это самые легкие. Ну, идем, ты их покажешь. Пошли. Ой, боже мой. А кто играет красным мячиком? Ну, маленькие на мини-нет играют красным. Смотри, когда. Да. Видишь, очень лоб. Он отскок такой невысокий у него. Так. Ага. Хорошо. Вот этот совсем плохо. Это оранжевый. Такой, вот лучше отскакивать. Гораздо меньше, ну-ка, чем... А, размер другой. Ну, давай отскок посмотрим. Да. Ну, хорошо. А какой нормальный? Зеленый. Нормальный зеленый. То есть зеленый хорошо отскакивает? Ну, да. Так, а зачем нужен большой мячик? Чтобы не промахнуться, что ли? Нет, это чтобы просто было легче ударять. Угу. It's slower, он медленнее летит. Медленнее, поэтому я have more time to go. А, то есть добежать легче. Thank you. You're welcome. Угу. А что тебе сделали с ракеткой, расскажи. У меня чуть-чуть тут так сломалось, мне сейчас Скотт Джон новую накрутил так. Вот это накрутил новую, как сказать? Грипп. Грипп, окей. Ну, да, не да, грипп, да. Как ты да. болеешь, это чтобы держать-то. Я понял, он тебе вот эту полосочку беленькую новую накрутил. Да. А та, что с ней случилось? А та, она, it slipped off, она чуть-чуть так... Сползла. Сползла, и мне я опять одел, но было некрасиво и как-то... Ну да, и он тебе помог. И белая очень грязная всегда угу. будет, поэтому у меня будет серая. А ракетка, вот размер ракетки, когда играют дети, у них меньше ракетка или она легче, или вот есть да, различия в ракетках? Легче. У меня 26. Что это значит? Ну, это 26 инчей. От начала до конца. То есть да. длина ракетки 26 инчей, дюймов. Хорошо. Так а у мастеров? А у мастеров вот есть. У кого есть взрослая ракетка, и у него 27. Поэтому... У папы сколько? У папы я не знаю. Да. Угу. Ну, папа хорошо играет? Конечно, хорошо играет. Ну, а ты с ним пыталась? Да. Ну и как? Хорошо. Ну, что пыталась? Играть в теннис. Конечно, я с папой играла в теннис. Ладно. Ну, то есть он здорово играет? Да. Но ты будешь лучше играть, когда Конечно. Научишься? Да.
Ну хорошо, давай мы тогда подождем. Я, может быть, поснимаю, как вы будете все вместе играть. Да? Да, и кстати, тут еще есть там ресторан и магазин, Pro Shop. Pro Shop, то есть там товары для тенниса. Угу. Ну, ты заходила в магазин? Да. Ну, там что-то есть такое, что вот хочется купить? Нет, там есть новые ракетки, некоторые с струнами, а некоторые без струнами. Без струн. Угу. Ну что же, хорошо, ладно, Сашкин. Я сейчас займу позицию вот тут под навесиком. Мы с вами видим, что много кортов и много групп занимаются. Это видно совсем маленькие, вот эти. Я так вижу. О, нам машут ручкой. А может и не нам, это маме, может быть, машет. Да. Малышня собирается. 9 утра сейчас. Вот в 9 утра они начинают заниматься. Так, а вот там уже где Саша, вот в этой группе. Вот оттуда и вовсе пока никого. Да. Наверное, с утречка, там перед работой люди играют. Но 9, как бы не самое такое время для взрослых. Вовсю идет разминка. Тут вот на каком корте, значит, играет Саша. Она уже постарше, видимо, ей 8 лет. А там детки помладше есть. Тут уже совсем вроде ребят постарше. Они разминаются пока. Я, наверное, пойду, потому что мне все-таки на работу. В общем, пойду. Моя задача была показать вам, что есть такой корт. Вот корзинка для мячика, смотрите, какая. Тут прикольненько. Форма у деток красивая, правда? Вот эти мячики. Они сами за собой потом собирают. Их приучают.